Господин президент, мы с вами договорились о том, что будем переходить к более современным и многоплановым экономическим отношениям. Работа в этом направлении уже ведется. Просто обмен товарами – это несовременный уровень. В качестве основного метода нашего взаимодействия определен проектный подход. Современная развитая промышленность – это одна из сильных сторон белорусской экономики. И мы готовы делиться с египетскими партнерами собственными промышленными технологиями. Еще раз подчеркиваю, здесь нет никаких закрытых тем. Все, что мы можем, мы готовы перенести в Египет. Вы на нас в этом плане можете рассчитывать. В соответствии с нашими договоренностями в Каире дан старт совместному проекту по производству автотехники МАЗ. В 2018 году произведены 72 единицы. Это хорошее начало. Важно, господин президент, на этой стадии становления этого предприятия у вас поддержать это производство заказами египетского государства. Необходимо дать этому предприятию возможность развернуться и самостоятельно наработать портфель заказов. Для стабильной рентабельности завод должен выпускать не менее 350-400 единиц техники в год. Со своей стороны мы также окажем этой компании поддержку, о чем мы с вами только что условились. Многопрофильное сборочное предприятие в египетской Александрии увеличивает производство тракторов в Беларусь. В Каире созданы сборочные линии погрузчиков, сельскохозяйственного оборудования. Мы ознакомились с специалистов Министерства обороны Египта с белорусским опытом, передали отдельные технологии создания тепличных комплексов, мясомолочных ферм, производство детского питания, ржаного хлеба, выращивание овощей в закрытом грунте. Если у вас есть желание использовать белорусский опыт, мы готовы подключаться к вашим проектам. Сейчас Египет активно реализует национальную программу по созданию тепличных комплексов. Для них нужна подходящая техника. Такую технику мы уже изготовили и пробную партию малогабаритных тракторов для промышленных теплиц. Мы могли бы производить их на совместном предприятии в Александрии. Готовы вместе с египетскими предприятиями производить пассажирскую технику, включая электробусы, трамваи, лифтовое оборудование, зернохранилища, автомобили специального назначения. Ваше превосходительство, предлагаю не только усилить взаимодействие в традиционных сферах сотрудничества, но и осуществлять современные научно-технические разработки и реализовывать проекты в области высоких технологий. Наши Академии наук уже работают над реализацией совместных проектов. Рассчитываем, что результаты этой работы в скором будущем найдут практическое применение в промышленности, сельском хозяйстве, двух стран.